Здравствуйте, дорогие ребятчики, и добро пожаловать в эту новую серию очень коротких и познавательных видео, которая призвана научить вас пользоваться своим телом. Меня зовут Алексей Ворон, я диетолог, автор и ведущий очень мощного оздоровительного курса, который называется ПГ-марафон, и мой опыт многих лет работы с абсолютно разными ситуациями. Все из них касаются здоровья, как физического, так и здесь. Поэтому буду делиться с вами очень интересной информацией, не забывайте подписываться и оставаться со мной каждый день. И мы с вами начинаем эту серию с фундаментального, основополагающего вопроса, который очень многим ребятам не дал возможности построить тело своей мечты, избавиться от проблем со здоровьем. Это спешка. Да, ребята, спешка — это один из главных, мне кажется, демотиваторов, который сотням тысяч, если не миллионам, помешал добиться поставленных желаемых целей. Сегодня тема, которую я хочу затронуть, как быстро сжигается жир, куда он вообще уходит, и почему я не могу похудеть так быстро, как мне хочется. Поехали! Ребятушки, жир — это гигантский энергетический склад. В одном килограмме жира, представьте себе, 9000 калорий. И для тех, кто не понимает, в день взрослый мужчина тратит 2000 калорий. То есть, по сути, если я просто не буду есть 4,5 дня, я, может быть, если мне повезет, потрачу 1 килограмм жира в энергию. Наши жировые клетки никуда не деваются, когда мы с вами худим. Они просто уменьшаются. И запасы триглицеридов, непосредственно форма жира, которая хранится в этой жировой клетке, просто уменьшаются. И поэтому я так настоятельно не рекомендую пользоваться услугами разных косметических процедур, таких как липосакция, потому что количество клеток не должно уменьшаться. Клетки играют важнейшую роль в здоровье человека. Они просто должны быть нормального размера. Для мужчины объем жира — это 15, для женщины 20%. Очень важно, ребята, не спешить. Многие из нас годами и порой десятилетиями наедают эти килограммы, которые, естественно, откладываются в подкожном, висцеральном, внутреннем, в жире, например, который в структуре печени накапливается. И очень важно дать организму время для того, чтобы начать играть с вами за одну команду. В этих сериях видео я буду рассказывать о всех органах, о витаминах, минералах, о разнородных отклонениях, о женском, мужском здоровье. И это лишь начало, в котором я хочу сказать: не спешите. Запомните, вы не должны создавать большой калорийный дефицит из, например, недоедания для того, чтобы ускорить процесс похудения, потому что это уничтожить ваш обмен веществ. Вы должны, ребята, для своего здоровья трезво понимать, что такое калории, сколько их есть, поскольку их есть, какой дефицит будет для вас самым качественным. Этот дефицит, ребята, из расхода. Просто старайтесь быть немножечко более активны. Если у вас есть телефон, старайтесь смотреть за тем, чтобы у вас было 10 тысяч шагов в день. Старайтесь, я об этом буду еще рассказывать, во сколько есть и что есть. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы эту информацию не упустить. Если вы будете есть, например, от своего метаболизма, который я вас прошу узнать очень хитрым способом, на 25 умножьте ваш вес, и вы узнаете эту цифру калорий. То есть вы будете придерживаться этой цифры калорий в дневном своем рационе и просто делать ваши 10 тысяч шагов, не лениться, выйти из трамвая раньше, запарковать машину позже, вы уже начнете потихонечку сбегать цифру ваших весов медленно в сторону уменьшения. Нельзя спешить. Иногда нужно дать себе не даже месяц, а порой полгода и год для того, чтобы тело начало этот жир очень качественно использовать в энергию. И тогда у нас с вами все получится, никакой демотивации, и вместе мы построим тело своей мечты. Ставьте палец наверх и подписывайтесь, дорогие.